Школота. Что? Поем, старики. Снова голос мой, он как будто колыбель. Я сейчас как тебе ногу откусу, ногу откусу. Не отстань от меня, очкай. Я сейчас как тебе ухо откусу, подожди, я на тебя ухо. Какая-то была, Юми. Не отделаешься от меня, сейчас как ногу откусу. Получилось обмануть тебя, да? Отстань ты, Юми, от меня. Ну что ж такое-то? Я научусь обмануть покемона Юмичу. Привет, дружище, ты на канале Magic Family, а я покемон Юмичу. Ну, вообще-то она щенок, ну ладно. Нет! Ну так вот, Аня сегодня приболела, и мы должны придумать, что снять. У меня что, тоже насморк? Нет, просто Аня нас озвучивает, а у нее насморк. Она врет, не верьте ей. Девчонки, я тут у мамы на компьютере, кажется, нашел такое видео, которого, по-моему, не было на нашем канале. Точно. Так, значит, подписывайся на наш канал. Стой, Юми, тогда. Ну ладно, так вот, подписывайся на наш канал. И сегодня, как я поняла по словам Эйвана, мы будем смотреть видео с маминого компьютера, которое мы еще сами не видели. Классно, и подписчики заодно вместе с нами посмотрят, да? Ага. Классно, я готова, давайте начинать. Ты забыла свою фразу сказать. Я Миша. Ставь лайк. Уже поставил? Спасибо. Слушайте, а может нам рубрику открыть, как мы смотрим какие-нибудь видео? Собачьи реакции. Прикольная идея. Ставь лайк. Идея хорошая, но хватит там уже лайки выпрашивать. Сейчас будем смотреть видео. Раз, саживайтесь, давайте. Я не знаю, где мне сесть, я, пожалуй, вот тут сяду. Юми, я понимаю, что ты маленькая, но ты уже попу научилась вытирать. Фу, тетя Софи, зачем ты такие вещи говоришь на нашем канале? Ужас какой. Ну, я так, на всякий случай, ладно, извини. Позорит меня, да? Юми, давай, садись, уже хватит. Все, сейчас приду, сейчас пойду, схожу сейчас. Юми, ну ты куда опять? За попкорном, что ли? Выйду. Все, давайте начинать, вы все рассаживайтесь, а я буду включать, потому что я главный герой нашего канала. Да уж, Юми. Юми, может ты уже сядешь? Юми, да садись ты уже. Юми, я уже готов, все уже готовы. Слышишь, давай уже начинать, а? Все уже хотят видео посмотреть. Так что не надо нервничать, спокойно, не паникуйте, я просто настраиваю атмосферу вокруг. Да. Так, ну что, все готовы, хватит уже суетиться. Юми, да мы уже полчаса как готовы, мы тебя ждем. Юми, вообще-то мы все тебя ждем все это время. Я сейчас уже усну, если ты не включишь. Ой, ребят, ну вот посмотрите, какие они старики, все что-то бухтят и бухтят, да? Все, я вот тут вот как обычно сяду и все, я сижу. Юми, а ты точно уверена, что ты включила, а то видео не идет? Да, я все включила. Она, по-моему, плей не нажала. О, господи. Сейчас, подождите, все, теперь нажала. Поехали. Сейчас уже не мяучит, я не знаю, что делать. Кис-кис-кис-кис-кис. Он даже перестал мяукать, он даже не мяучит почему-то. Как его оттуда достать? Я вижу его. Блин, как? Как вообще? Серьезно, как его оттуда достать? Он мяучит, мяучит. Киса-киса-киса-кс-кс-кс-кс. Вот, он мяучит, слышишь? Может, он там застрял? Ты где, киса? Надо открыть, попробовать капот и посмотреть, что там под ним. Ну, как ты туда попал? Вот, ты потерялся. Иди сюда, маленький. Я тебя не обижу, Масик. Масик, ты куда? Он убежал совсем вот туда. Если бы Аня его оттуда не достала и машина завелась, он бы, что бы с ним было? Аня, герой! Хоть я и не знаю, что такое котенок, гордость. Горжусь нашей мамой. Все вокруг делают что-нибудь только ради видео, а тут такое, и мы об этом только узнали. А может быть, и не узнали. Узнали бы, но это круто. А что там еще есть? Есть какое-нибудь еще видео? Тут еще какое-то видео называется ежик. Что, ежик? Ну-ка, давайте посмотрим, что это такое. Вот это покемон! Юми, тихо, это не покемон, а ежик. Это ты у нас считаешь, что все вокруг покемоны. Нет, не все вокруг покемоны, только я покемон. Ну, тогда как ежик может быть покемоном, если покемон только ты? Все, это тетя Софиса, не путай мне мозги. Говорят, что городских ежиков трогать нельзя, потому что они могут переносить бешенство даже. Ежик. Ёжик! Ёжик какие-то странные звуки издает. Нервничает. Ой, мама, ладно, я пошла. Пока, ёжик. Вот это да! Монстр с иголками! Это ёжик Юми. По-моему, Юми пора в школу. Да, кстати, Эйвен, хорошая идея. Может, нам Юми отправить в школу? Сами вы идите в школу, я слишком умная для школы. Давайте лучше еще видео посмотрим. Пусть лучше подписчики проголосуют в вопросе, отправлять тебя в школу или нет. Посмотрим, на чьей они будут в стороне. Так, старики, я вас научу быть популярными на Ютубе. А ты такая умная и все понимаешь. Вы сейчас выучите песню со мной и будете ее петь. Прямо сейчас слышу советы гуру Ютуба. Школота. Что? Вы слышали, что он сказал? Старики, говорю же, а это приветы случайным репостнувшим наше видео со страницы мамы ВКонтакте или из нашей группы ВК. Вот этим классным ребятам привет. Поем, старики. Между нами тает лед, пусть подписчик меня мой найдет. Пока один Ютуб мы с ним, никогда мы не будем одни. Между нами... Что за слова? Снова голос мой, он как будто колыбель. Подписчики, я пишу, что с ним веселей. А фенничек мой классный хорошо сидит на мне. А сегодня ты его забыла надеть. Да, вам не хватает эмоций, но у вас почти получилось. Да уж. Да, это не так легко быть популярным ютубером. Я вообще лучше промолчу. Да уж, со стариками тяжеловато. Но мы как-нибудь уж справимся. Миша, лайк. Я слежу за тобой. Если ты не редиска, поставь.
подписку и оставь свой комментарий. Юми, перестань, ты же портишь песню. Юми, пой слова, которые тебе сказали. Лялики, смотри, я. По-моему, мы запороли песню. Да уж.